вчера батюшка тут пошел пробиться туда к спуску. Это храмовый пруд, тут высоко, все сделано как надо. А воды нет, вообще воды не было. Не было воды, и родников тут нету. Ну и пошел здесь, я врухнул сюда. Вот посмотри, какие норы. То есть человеку ровным счетом ничего не стоит туда пролезть. Вот она. И там идет туда и сюда. Что сделать? Туда дальше идет. Мы решили соломой забивать и проливать землю здесь, брать рядом. Вот она где. Вот она рядом. Видишь? Угу. Это бобры. Бобры, это ужасное дело. Такой высоты, я не знаю тут сколько, ну метра, наверное, тут 3-то свободно будет. Вот давай посмотрим где-то. Как-то бы сюда глянуть. Вот я сейчас здесь. Туда посмотреть, какая глубина. А вот, Игнатий Иванович, вот проще. Вот здесь, да? Да, проще. Ну, вот, между кустами даже можно пройти. А? Между кустами могу пройти. Ну там посмотри, покажи. Так, отведи. Вот такая вот высота здесь. Да, 3 метра будет, если не больше. Будем брать землю. Сколько ты определил метров? Больше трех. Угу. Теперь отсюда будем брать. Это вот надо вырвать, проход сделать. Вырывать будешь, нет? Видишь, тут как все. Нам надо пробиться сюда и часть земли отсюда взять. Найти, где бугорок есть. Отрывай. Это вот мы сейчас здесь брать будем землю. Подальше надо, чтобы нам взять можно было землю. Землю взять, а тут с самого краешку, чтобы незаметно было. Отжимай. Тут не под какую. Это на другую сторону. Дави его, подожди, я. Все. Теперь смотри, Володя, подойди сюда. Вот какая глубина? О. Тут больше намного. Ну, 4 метра даже гадать не надо. Ну. Видишь как? Потому что там маленько вода скрадывает где-то. И вот сейчас надо нам здесь выкопать, брать землю и туда и долбить. А как дальше? Дальше никак. Ну не возьмем. Вот это вот торчит, ее надо вырубать, топор-то мы не взяли. Подумал, что а зачем топор? Ну-ка, за это надо тащить. Вот это я беру ее. Да, бери. И туда кидай. Кидай и толкушкой бей. А теперь вот уже мы раскопали. Земля у нас появилась. И сейчас будем брать землю. Только крапиву как-то ломали ее. Так, у нас 2 ведра. Привезли отработки, чтобы туда налить. Как избавиться? Они роют из-под воды и такую высоту. Это вообще...
так вот, теперь туда это, туда и долби. И соломы. И дальний туда дальше не ходи. Давай пока здесь. Поравнять надо будет. Толкушкой бить. Да. А там дальше, смотри, что получается. Вот. Вот види, Володя. Вот я подхожу, моя голова, вот это тут еще рядом, вторая голова пройдет. Это ужасно просто. Это такая. Ну, надо забивать и туда проливать, чтобы он не проходил. Ни шагу в сторону. А это единственное здесь? Или еще, а? Еще есть, или это одни только? Все, все, больше нету. Ну, да. Никуда, ни шагу в сторону. Да, да, да. Чтобы не упасть. Угу. Так, далеко не ходил, лучше с этой стороны подходить. Так, солома теперь маленькая, да? Солому тогда забивай, толкни пополам. И сразу начинайте туда сбрызгивать эту. Самую глубину, чтобы попало это. Отработка. Вот видишь, это старая трава тут уже сгнила. Вот она какая. Ее можно брать. Ну сразу отработки лениво сюда вот. Где ты сейчас толкешь? Немножко. Прямо на сено. Сено-то ну, дольше. У нас широкий здесь. Мы можем брать сейчас хоть немножко. А вот он, который землю, то он его спускает под воду. Он засоряет все. Я когда первый раз увидел здесь бобров, я обрадовался. Попросил осинки ему привезти, помнишь, бревешка. А потом оказалось, он такой вредитель, уму непостижим. Ложишься спать, он тут вовсю трудится. Прорывает вода тогда, поэтому весной поднимается, и все это сметает до 10 метров шириной. Вот какое дело. Это что ж такое? Железка. Наручники какие-то. О. Типа хомута какого-то. Ну да, хомута. Ну а колда его, пускай туда и толкает. Топорик-то не взяли. Поэтому тут... Я не знаю, как его уберем, нет. Да, это же эти. Мы это садили. Колышек? Да, колышек. А как ты знаешь? Ну мы садили это. А-а-а. Не прижилось. Давай. И долби туда. И ты поливаешь маленько? Да. Где-то я запол. Так, туда маленько вот это сзади у тебя это под ногами, смотри. Липучка. Репей. Суй его туда. Может быть ему не понравится, отойдет. Вот возле банки с этой, с отработкой у тебя. Бей туда его просто. Туда дальше ни шагу не ходи больше назад, вернись. Потом вторую перейдем. Когда эту загладим, тогда на ту перейдем. Я все сравниваю. Городской человек. Он только картинки смотрит. Аватар. Ник. То есть везде фальшь, ложь. А ничего не может делать. Какой-то плюгавенький подписывается Эйнштейн. То есть интернет открыл двери дьяволу полностью. Ложь одна идет. Ни фамилии, ни имени, ни фотографии, ничего нету. И всякие мерзости говорят. Так это мы садили это, да? Да, это я садил. На посадку? Да. Ну, я не знаю. Сережа, попробуй вытащить его отсюда. Он не прирос. Вытащишь, нет? Маленько оттуда отойди, а я отсюда начну подкапывать. Подкоп идет. Все, это не годится. Теперь еще труднее тебе. Я это не хотел. Ну ладно, иди. Хотела. Ну, Валю, давай другое ведро.
А еще то не закончил. Второе ведро, это где у нас? Давай. Хорошо толкушкой бей туда. Вот такое дело. Для всего дела. И все сам человек делает. И столовую, и колодец, и воду, и крышу над головой, и туалет. Он все должен знать и делать. А городской житель, ну, от силы кто-то где-то на даче может что-то сделает. А остальное это злятся друг на друга, подсиживают, подсматривают. А что делать старикам? Им больше делать нечего. Ну, тут все понятно. Как только сделаем это до конца, тогда покажешь. Все покажешь. Ага. Слава Богу за все. Да. Аллилуйя. Палы забил. Ну, туда и солому подсыпали. И отработка от машины вон привезли. Он это не любит. Ну и все сравняли. Видите, приятно как. Но здесь бортик пришлось землю выбрать. Ну на сколько она тут? Ну, сантиметров на 60 и на глубину сантиметров 20. Выбрали, потому что это широкое и вода никогда не дойдет. Практически мы не ослабили. Все нормально. И травой засыпали, чтобы не было видно. Все на этом. Сергей Павлович, лопату, будь другом. Все на этом. Слава Христу. Теперь смотрите сюда.